Аня Вишневская учится в 10 классе Богучанской школы номер 2 и является очень активной девушкой. Узнав о том, что партия «Единая Россия» организовывает проведение всероссийского экологического урока, она, не задумываясь, решила в этом поучаствовать. Ведь ей очень близки естественные науки и нравятся такие предметы, как химия, биология и экология. Совместно со своим руководителем Еленой Давыдовской Аня и проводила экологические мероприятия в школе. 2017 год был объявлен годом экологии в России. И при поддержке партии «Единая Россия» была организована акция «Всероссийский экологический урок. Сделаем вместе», в котором мы приняли участие. У нас было два эколидера, и Анна Вишневская победила как в муниципальном туре, а потом уже и в федеральном. Кроме методического материала, который был дан, мы организовали в своей школе ряд других мероприятий, посвященные году экологии. Мы организовали выставки из брусового материала. Были проведены мероприятия по особо охраняемым территориям Богучанского района. Выиграв региональный этап конкурса «Эколидер», Аня в числе еще 5 старшеклассников представляла Красноярский край в международном детском лагере «Артек». Программа 12-й тематической смены в «Артеке» носила название «Будущее начинается сегодня» и включала в себя курс экологических проектов, которые разрабатывали сами участники смены. Также ребята посещали различные мастер-классы по лидерству, а в День народного единства эколидеры со всей страны заложили в Крыму парк дружбы, посадив молодые клены, ясени и каштаны. Была уверена, что я никуда дальше края не смогу пройти, но как оказалось, что мы вышли на всероссийский уровень, это было очень неожиданно на самом деле, потому что попасть в «Артек» для меня было что-то нереальное на протяжении нескольких лет, и я хотела добиться этой цели, я это вот смогла сделать. «Артек» — это такое место, где собираются самые лучшие дети со всей России, и мы совершенно не могли отдыхать как-то, нас постоянно всегда заинтересовывали, мы постоянно что-то делали, у нас не было минуты покоя, постоянно какая-то работа, движение. «Артек» во все времена был и остается символом молодости и таланта российской молодежи. Это место, куда, наверное, мечтает попасть каждый ребенок. И благодаря такому партийному проекту «Экология России» мечта Анны Вишневской осуществилась. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр», Богучаны.